Так, 16 минут уже прошло, блядь, и стоим ебланим. Так, давай, допустим, энх пока что. Если чё, хуёво, блядь. Я не знаю просто, как Хоппер дай, говорит. Хоппер дай, у тебя чё по спекам? Никотизи, это ты, Стейс, да? Вот тебе роль тогда. Меняй тоже Стейс на это, на Никотизи, на это, чтобы было видно, что это ты. Так, ну один слот, давайте на магика сумонимся. Ну что-то думал, с пистом пойду, блядь. Кого ты кикнул? Кого кикнул? Или кто ушел? Было одно место как раз под призом. Ну он призом зашел. Еще одно, опять. Это криптолог был, рога призом. А. Че там, никого нету больше, нахуй, это свачу. Так, что-то я не написала мне, нихуя. Кораблица в конус 5, я понял, блядь. Я, блядь, не пойму, зачем с пугами идти, блядь, если... Я вообще не понимаю, нахуй. Ну вот кто его взял, надо посмотреть. Может, у человека не получится пойти. Может быть. Кто его взял, блядь? Рональдини, блядь, даже не вижу, нахуй. Даже не видно, кто его взял, нахуй, непонятно. Да и похуй. Ну, ну, я запомнил ник, повисит немножко, да, потом. Если не придет на следующий КД, то кикну. Так, сумоним. Ну, хорошо, Локи, я изумнул Тор. Вот, некромантику бы еще сюда, вроде, не заходил. Вой, ты видел у новенького Левиафана заметку? Да. Ты же говоришь, что будешь одевать 230-х пугов. О, Кирсория. Так, ну я сумонил, короче. Давай еще Кирсорию сумоним. Все, и пошли, короче. Ну что, мы три пала и ДКшник танчим. Там еще Кирсория есть. Лидерку отдал. Все, погнали. Маги, ебаните столик сразу. Справа, слева ведите мобов сюда. Лёха, я прото туда раздам всем. Видите, видите, снизу всех этих петухов. Ебать, промах муром, нахуй, пиздец. Хорошо, что не промах муром. Он еще пидорас какой-то идет, блин. Пидорас-ка в трэш-огу. По 80к в трэш. Я уже солидный. Нет, так это... Ты на меня посмотри. Да ты жесткий, блядь.
Все, уже можно взломан пойти. Да, так вообще спокойно. Танчить. Ну, уже одна шмотка есть, типа, на этот, на танкоспек. А как кто-то тут ДК камни перебьешь, и будет себе танк. Так, вырубаю еще нету кукмастера. Может, он зайдет еще. Два тотема это кто? Два носка, которые? Это притон. А-а-а. Шаму качает тоже. А сейчас хули шама легко нахуй. Велема делаешь, блядь, хила делаешь, и ты везде нужен. Так, пойду эти поставлю. Ну да, сейчас Элема ебашит нахуй. Да, сейчас их нерфанутся и пиздец. Да не. Не надо, пусть не нерфают, лучше ничего. Пускай все нормально будет. А то, блядь, заебали нахуй нытики, сука, на форуме. То ДК нерфит, то ШП, блядь. По итогу ШП и так с нормальным ДПСом остался. Заходите сюда. Так, вот рыба. Значит, я первый на боссе. Кто на трэше будет с палов? Лингрен? Давай. Или Холидринг? Так, тогда ты на трэше. Давай лучше я. Давай лучше гламур, потому что у меня агра побольше. Давай, хорошо. Ну, кто? Гламур на трэше. Лингрен тогда второй на боссе, Хулидринг третий. Вот. Где там Вадикон и Орхель? Давайте шкаф Вадикона сунем. Шикерсори есть, в принципе, там на руки с перепечип. У тебя есть танк? Такой вообще дрыщ. Руки закрывать. Хватит? Ну, думаю, должно. А 4Т4 есть там у тебя? Нет, только что-то есть. Кто там кашлял сейчас? Это выключите, пожалуйста, хоппер, да, вот это, активацию голосом выключи, поставь. А прожмусь, у меня там сейвы есть, если что. Поставь на эту, на активацию кнопкой. Ну, если не трудно. Так, рыбу поели. Давай, Вадикона, сумму. 228 поставь сразу столик. Так, Вадикон тут, жрите. Проверкой будем начинать. Слава, босса, ты танчишь? Там. Босса танчат трое. Не, ну сесси на пол дать со старта. Ну, первый, да. Кирсори тут, нет? Что-то за дверью вообще стоит. Кирсори, прием. А, давай кубы пока накинем. Так, Рианти, давай звезда. Вадикону кружок. Кто там еще? Ляночка, Мэтфокс, Зунталор, нажимать кубы умеете? Тогда Мэтфокс, ромбик. Тогда Ляночка, треугольник. И тогда Зунталор, луна. Да, там, я когда много каст... пропустил. А как у нас треплёха консулом стал? Ну там, чтобы добирать в гильдию и писать заметку. Консул просто может заметки писать, а армеец вроде не может, я не помню. Ну, чтобы добор в гильдию делал. Ну там что-то добирали, пробовали. Блять, Кирсори нету нахуй. Кирсори, алло. Он что, в танке что ли? Что-то не могу понять. А нет, просто жирный. А что это у него за трение, некротическое касание? Это ПВПшное. Это все ПВПшное? А, ну он фулл ПВП идет сейчас. Ну да. Ладно, хуй на него, без него попробуем, блядь.
Давайте на счет 3 пуляем. На счет. Вот, на счет 5. Дальнего грипну. Так, там войско, короче. Куярьте сильнее. Прям мощно. Чаротворец стоит вот. С ДПСом хуйня какая-то, да? Через чаротворцев играйте, блять. Чтобы эти мобы бесконечно не появлялись. Ну, череп убейте. Возьмите, свичнитесь и убейте. А то мы так вечно будем стоять и ту АУЕ давать, блять. Так. Сейчас череп умрет. Ну и все, эту хуйню добивайте. До пула еще 30 секунд. Как мы поставим? Суммоним? Шкаф сейчас суммонем. Быстрее добивайте его, блять, быстрее, хуярьте. Тыкаем. Геру, давайте. Там, если хуёво с маной будет, посмотрим, может, пала одного уберем. Призана спекнем. На королях побольше печать не взрывайте, там у меня ее, блять, вуду не отображается. Вы стопайте каст, когда заканчивается печать. Он Джайден взорвал. Стопи форд печать. Опять стопи орди. Вспышка 6 секунд. Давайте готовимся. Возле кубов стоим. Готовимся прожать. Сейчас каст закончится. Все, нажимаем. Еще, кто не нажал, сука, ромбик. Ромб. Все, отпускаем. Вот Фокс, не спи нахуй, стой возле кубов. Скелеты вышли, а сейчас первого гриппаю, его сразу зергаем. И фиряем его, паладины. Кто там, Ретрик? Ретриков нету, значит, фиряем халипалы. В рейд сюда, милики, зергайте его. Так, сейчас мне босса забирать надо. Вот. Нормально. Все, станы ему раздавать. Че, не забрал, что ли? Сейчас еще раз. Нет. Скелетов все повернулись, бьем. Алло, хули вы хуйней занимаетесь, блядь? Быстрее скелетов бьем. Вы че, блядь? Сначала трэш, потом босс, блядь. Почему скелеты живые еще? Милики, нахуя вы туда зашли, два вара, блядь? Вы стоите хуёво хороводом, видите? Вот репичи бичара, блядь. Туда заходят только те, кто знают, как стоять, чтобы эти 4 говна не ловить. Все, добивайте. Пускай прилежит пока. ГР только один, блядь. Нахуй, вот ты пошел и сдох, блядь. Проебал. Вспышка 7 секунд, кубы. Проебал свой ДПС, блядь. Давайте смотрим, что сейчас будет. Бедони. Так, опять скелеты. То же самое будем делать. Нажимаем кубы. Где кубы, сука? Ромб. Ромб, нахуй. Все, отпускаем, ушли оттуда.
Сейчас, когда с меня сменят, сразу скелета грипану сюда. Медпок, закинь иннер по бидону. Все, скелеты этого зерга, тимилики, сука, первого быстрее. Сейчас готовьтесь меня забирать. Вот он. А, не было, да? Ладно, еще поставлю. Да. Ну давайте, убивайте его нахуй быстрее. Ну вы будете его бить, нет? Бетон в репитатор меня споюкин. Так. Давайте, милики, сейчас вам еще одного приведу. Сейчас я стаун еще одного не забираю. Это вот и его фиряйте, и стан по нему дайте. Любой паладин. Холипал какой-нибудь. Быстрее, вот, и милики хуярьте его убить. Убивайте его быстрее, пока он не закидал этой хуйней нас. Вот, быстрее, 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 еще быстрее. И того, и тех добивайте. Все, теперь фул по боссу. Про тех скелетов забили, по боссу играем, босса будем переводить. Так, сейчас холидринг забирает. К звездочке идем, к звездочке, к воротам идем. Скелетов тоже сюда веди. И скелетов сейчас РДД бьем издалека. Подходим сюда. Так, сейчас готовлюсь забирать. Скелетов все играем, босса пока не играем, слушаю, ходим. Массейв дайте какой-то, если что, хапалы. Вон там. Вот последнего скелета добейте, то он сейчас волны даст свои. Стан ему дайте. Все, и фул по боссу. Ладно, пускай БР подстраховочный останется. Ой, забери, забери. Не знаю, что это. Он гламурчин забрал. Ой. Так, Ингрен. Да, я тогда после Ингрена заберу. С маной, смотрите. Чё, тотем? Ставь тотем и неола на ману читай. Так, что-то я проебланил. Костя, ты после Войда забираешь. Я знаю. Сейчас смотрите осторожно, если таунтить в сторону решетки, то таунтить именно в момент коста. Потому что если позже, то босс пойдет и заивенится. В решетку пойдет и заивенится. Проверка на слаг танка, да? Ну, неохота заново начинать всю эту хуйню. Правильно, правильно. Так, гламурчин не это. Я думал, он будет, ладно. Куда ты его повел? Вот, развернуть заново. Да, раньше шотала нахуй, пол хп сносила эта хуйня, сейчас не сносит нихуя. То, видать, хапаловские щиты закидываются. Мэтфокс там... А, и НРКД у тебя, он... Ну, я не знаю, по бидону залей, остальные там как-то переживут. Давай ранти на ману прочитай. Кто там хлопает или чё это, у кого дрочится там, блядь? Плюпает. Какая-то хуйня, блядь. Выключите активацию, блядь. Вот Фокс, не взрывай печать. На Эниоле и на бидоне печать. Они, я и смотрю, из-за этого, наверное, и высохли, блядь, проебали. Ляночка, это у тебя там? Что-то включено. Активация, смотрю, от тебя звук идет. Как она по клаве долбит? Может быть, не знаю. Так, аддон, аддон. Этот самый. Ген Банай, у тебя аддон не включен, а у тебя приор есть на эту, на печеньку. Тебе надо печеньку? Прочитаешь, ник. Вар. Надо, да? Так. Войт, а можно, кстати, старт типа на ДК получить? Пока нет. А, пока же. Может, в конце недели, если целка сходишь, там нормально ответ будет. Ответ убил.
Ну, тебе надо хотя бы одно КД проходить, конечно. Так, второе. Ему для начала надо приодеться. Гламурчик. Не, ну если он 1012 дает. Если он я тысяч... уже, блядь, 11к сейчас дал. Ну вот, если он целка, ну, хотя бы столько дает. Для мычки, для вагона, ну так более-менее средненького пойдет. Целкашки. И там уже налутает. Так, кто-то там 10 нажимал, но я что-то проебал. На себе закинул. Там скажите, кому надо. Себе закидываю. Посох надо кому-то? Ладно, пока себе закидываю. Так, два сердоля, блядь, умоляю, нахуй. Я понял, блядь. Два желтых, нахуй. Уже шалфиру все надроплось. Аддон и ПГП лутмастер. Ну так, и ПГП берешь, качаешь, и ПГП лутмастер. Он позволяет не смотреть, когда разрол шмота идет, позволяет смотреть, что на тебе одето. То есть я линкую, допустим, кольцо, и я вижу два твоих кольца, которые на тебе одеты. Что основной вопрос? Какой у тебя мейнспек? Ну, для меня, да, пока что. Для меня, да. Ну, ты сам скажи, какой тебе спек хочется одевать. То есть, ты скажи, какой тебе ближе спек. То есть, допустим, ты там ретрик в душе, там шеем хочешь. То тогда будет все на то, ну, с той стороны будет рассматриваться, что ты как бы, ну... Тебя заставляют как бы хилить. Нет, ну для смотри, того, чтобы... я с самого начала именно Холи Пала собирал, но параллельно, блядь, меня почему-то в танка собрали и в ретрика еще из говна и пала, но уже адекватный. То есть у меня 2-4 апнутый, 2-4-2 на ретрика, 2-4... Смотри, просто Холи Палов мало, практически нету. Приходится типам, блядь, которые выдают охуенный ДПС, заходить на твинов. Да. Вот если ты как мейн хэпал будешь, ты рассматриваешься как мейн хэпал в ЦЛК 25 гер. Вот. То тогда да, хэпала. Но также смотри, ну, то, что вот мы сейчас пошли в обычку, тут видишь, тут больше вероятности разных вариантов, что и люди разные заходят. Там бывает танка не хватает, бывает хила. Вот то, что ты сейчас спекнулся, ну... Не знаю, ну не всегда так будет, там некоторые танки просто то ли бухают, то ли что там, не зашли какие-то, кто-то болеет, там, у кого-то работа, там, ночные смены, ну и так далее. То есть, в приоритете, если ты хочешь в геру, то в приоритете делай, ну, апай хэпала. Вот. А что значит почилить? Надо ВХ отрабатывать. Все люди, которые в двух, там, в трех спеках играют, спекаются по рейдовой необходимости, это не будут получать бонус за это. Потому что, ну, если бы у всех был один спек, и никто не спекался, мы бы сидели там, искали, блядь, пуга, блядь, или хуй знает. А так как у нас есть вариант вот такой подстраховаться, за это надо как-то благодарить этих людей. Ну все, я понял. У меня просто был план, что именно апать. То есть я могу и на танка апнуть, и на ретрика, и... Ну, танк он как бы терпит. И ну, есть танки, танк, которые, да, они по, есть, которые поводят, побегают там. Чё? Просто... Вопросов нет, я просто дапаю печеньки на хила, оставшиеся. Ага. Если будешь мейн хэпалом, да, ты как в основной состав в геру 25. Да, но я его так и рассматриваю. Только сокет поменяй. Только сокет в голове поменяй, пожалуйста. Давайте сумоним. Потому что Листер виделся. Это хорошо, когда есть интерес к каким-то разным спекам там. Призан. А я вот сейчас я подумаю, вот Вархеля в ретрика или. Как он там хилил Хоппердай? Линканите ХПС. Хоппердай, ты как с тактиками? Сверху. Ага. Ты как с тактиками нормально, Хоппердай? Ну что-то не видать его. Он на пятом месте, что ли? А, вот он на пятом. Так это хуйня какая-то. Хоппердай, получается, не хилил совсем, что ли? Хоппер, да, у тебя есть спеки какие-то? Танк там или ретрик? Да, только хэпал. Ну, блять, вариков нет тогда. Ладно, посмотрим, как вы в пятером эту хуйню захилите. Будь тогда в энхе пока что. А что у нас вообще? Вот два элема вот эти в третьей пати, да? Джейден только элем. Дикон тоже элем, по-моему, да?
Просто что я сейчас лука буду держать. А у кого фласки брать? Я что-то забыл, блядь. Ни у кого. По диспелам-то только 3 человека будут. Не, я просто с самого начала не взял ни у кого. Ну, в бычках нет фласок. По декурсам? Да. По декурсам, да. Да, кстати, нахуй, вот это минус, конечно. Надо нахуй шамана одного какого-то хотя бы спекать. Ну, получается, что у нас Мэтт Фокс, Бидон и Мак. Это 3. Да, 4-го бы неплохо. Я не знаю, или 6-го его хила спекнуть, или нахуй. Да давай спекнем, все равно мильком бегает, блядь. Пока этот, там, блядь, РДДшные боссы. Давай призан в хила. Я просто выкину отсюда. А кого выкинуть-то, блядь? И не Ола или не люблю? Не люблю ты в ком там? Олики. Тогда давай и не Олу выкинем. Ничего страшного. Закиньте хоть алкашную фласку кто-нибудь, да? Так, значит, смотрите. Ну, я там скажу, тотемы, этот, это, гимны на ману, тотемы не ставьте без хилы присутствуют? Ну, все, погнали. Я к Громилу сейчас подбегу, подержу. Когда он стаунтится, когда он рывок сделает, заберу его. Ой, эфир. Вау, мы с тобой рависта обидели. Почему? Он тут на хэпале себя позиционирует, блядь. Нашли ему замену. Ну, так это ничего такого страшного нету. Гера и вторая будет скоро. Со временем. Так с обычками начнем быстрее разбираться. Хули надо ВХ отрабатывать-то. Всем на да, вторая гера будет, будет, буду себе, по-моему, вторая гера чувствует пиздата. Как хорошо, что мне не надо шейм отрабатывать. Уже отрабатываешь танки. Потому что сам собирал. А, самому собирать это пизда, блин. Все с пугами прям осколки золотой обычки. Не, я десяточку купил, задонил. А, хоть полегче. Так, значит, я на Локе. На крестике давай Лингрена. Блять, а медведя-то нет у нас, нахуй. Сука. Да. Гламур Чен, будешь, короче, двоих танчить. Если тебя превратит в овцу. Если тебя превратит в овцу. Ты. Точнее, ну я не знаю, там бабл спасает, нет этой хуйни. Один раз, наверное, спасает. Если что, а там разве задиспылить овцу нельзя? Нет. Задиспылить. Короче, Холи Дринк, ты будешь луну держать. На луне надо будет сбивать каст. Какой-то элем плюс чат на сбивание кастов. Так, значит, луну Холи Дринк держать. И посматривай в сторону короля и кеглера. Если вдруг он превратит гламурчину в овцу, я понял, то стаунтишь. Да. Вот. Ну и это Лингрен рядом с этим соломом стоишь, когда если олм активируется, пару собак таунти там. Можешь и массовый дать, если что, обратно заберу. Чтобы это... Чтобы они не мешались там под боссом. Не убили миликов или на хилов не пошли. Ну и все. Все остальное это самое. Вот рыба. Когда боссы в пуле танки, никто не бьет. Бьют только танки. Когда босс включается, никто тоже не бьет. Ждем, пока вом не наберется агро. Так как вон там кеглера если сорвать, допустим, он шотнет рейд сразу. Если мага сорвать и цель, в которую он фаербол докастует, и она прилетит, и эта цель еще в рейде стоит, то все по 40 тысяч урона получится, сдохнут. То есть имейте в виду тоже, что срывать агро нельзя. Зависит от того, как быстро пройдем рейды. Тем проверкой будем начинать. Где держать? А то я видел... В звезде, вот там спиной к этой хуйне, к столб, там или что-то, это залупа с решеткой стоит, чтобы не откидывало там. Вот. Так, даю отчет. Это там какое-то чучело, ну. Так, активация секунда, смотрим. Кто кеглер активировался, смотрим на агро.
Пока смотрим. Не дай бог, не сорвите в рейд его. Смотрите в Оман. Озвучивайте кто-то, что там в Омане, потому что не вижу. Король. Короля, короля. Забери короля обратно. Отойдите там милики или что, ну, у вас там баганы как-то... Ну не милики, вары. У вас там баганы что-то глубокие. Давай я раны. Короля заберу пока. Да, забери. На луну лапку повешаем от Фокс. Ебаная залупа, нахуй. Вот чё это за баг у Вара, нахуй, что вот ты срываешь, блядь? Отойди, покури в стороне где-то. Это Слава, забери меня с меня охотника. Ламурчин, забери короля. И... Или ладно. Чё там, кто активировался следующий? Слепоглаз. Ламурчин, ты куда залез? Костя, скажешь, как тебе кинуть капельку? Там уже не надо, я сам переживу. Чек, ты так ну не забыл. Встаньте там так, чтобы вас не откидывал Кеглер. Поближе к черепку встаньте, блядь. Крош, крестик бьем, да? Так, значит, по мане что у нас? Там копи-форд просел. Ну давай, Мейдер, Фокс. Дайте, Вар, уйди почиль где-нибудь, слышишь, Вар, блядь, отойди отсюда. У тебя говно какое-то прокает, блядь, на этого пидора, и он срывается. Так. Скоро надо будет прожиматься. Я, короче, дам сейв. Ну, тоже добавишь свой паловский. Так. Там можно уже прожимать. Дал не зыбку. Нормально. Полом, пару собак там забери. Че, Геру давайте? Да, Геру фул по черепку даем. Дамажем. Короче, войска дам нахуй. Сбри собаку, там не знаю. Там у бидона может тотем, если тут поставить. Так, давай ставь тотем, не люблю щиты на ману. Декурсите, ребята. Проклятие снимать. Не люблю щиты на хп, давай. А, это вы так решили, ну, пидоры тупые. Блять, почему? Вот я сейчас посмотрю рассеивание, нахуй. Уёбки, блять. Три стака уже, блядь. Маг, нахуй, не диспелишь. Почему ты не диспелишь? Ты сдох, блять, из-за этого. 228, нахуй. Как дела у тебя, блядь? Это вайп, походу. У меня, смотри-ка, сняли. Сука, блядь. Так, я встаю. Вставай. Каст, ты сбиваешь его, дикон, на Элиме этому. Да. Вот, что второй тоже встал. Вар, уйди отсюда, ганбаран, блядь. Уйди, сука, отсюда. Постой, блядь, у стены где-то. Слава, слышишь, можно так, мага поднять. Да, вот Фокс, значит, поднимай мага. И давай макрос там ставь, блядь, чтобы диспел был проклятие, блядь. И захиливайте тоже, если они не успевают додиспелить до новых проклятий, захиливать надо эту хуйню, блядь, взяли, уронили рейд. Так. Призан, ставь тотем, руанти гимноману. Кто там сейчас открытый? Я что-то не вкуриваю, блядь. Крош? Крош. А. Крош. Так, Руанти, готовься гимн на хп читать. Читай на хп, Руанти. Сакру дал. Я сдал. Захиливаем, захиливаем. Так, опять же, Крош.
А чё, РДД, дамага совсем ноль, нахуй? Вы будете его убивать или что, нахуй? Чё у нас там по ДПС, блядь, залупа полная, да? Гляньте, Ляночка, МВП Хант, я понял, нахуй. В бэйме без пета охуенно дамажит. Давайте как-то побольше по кресту нахуй вярим. Миликим там... собаку убивать. Упехорд, бидон и не люблю щиты просили по мане. Ну а хули, я уже ничего не могу поделать. Выживайте и... как-нибудь. Он инер там задал на кому-то бидон. Бидон он закинул. Этот, Иниола гиб на хп. Ты таунтишь консулятор, чуть не могу вкурить. Кроша добивать уже этого ебаного. Опять крош. Дичь какая-то. Это у него, видать, забагалась цель. Да я сейчас это... освобожусь и буду собак себе забирать. Угу. Короче, он, видать, забагался. Просто он на тебя смотрит, нахуй. Ладно, похуй. Сейчас крестик добьют. Там по мане проще станет. Давайте быстрее крест добивайте. Что там по гимнам на ману? Че подумаем. Ну давай, Иниола на ману. Почему Уранти КД на ману, я не понимаю. Не просил вроде. Ты говорил. Или мне короля лучше забрать. Я говорил, не люблю щиты и бидон, да? Нет, подумал Уранти. А, на похуй. Олма. Получается ждать. Я надо. Заберу собак. Давайте, бейте. Вентилятор кто-то хуярит. Декурсим. Слушай, заебал нах. Ребят, милики, Олма тоже бейте все. Проклятие косноязычие, кстати, кинули на него. Он висит. Обновите. Посмотрю, два бара хлещат собак. Должны, не знаю, три ляма. Старайтесь побольше дать, может добьем. Не успеваем. Он же открылся. Добьете. Ну хорошо. Ну все, сейчас по мане попроще будет. Как-то резайте. Короля забрал. Ага. Так, Holy Drink, давай я заберу. У меня сбив костов есть. Он там Мелим сбивает еще. Кто там, когда активация уже? Секунд. 25. Мэтт Фокс, Иннер в бидона кидай. Ну и в принципе у вас что? До тотема. Тотема дали уже один какой-то. Он до призановского 40 секунд. И гимну не люблю щиты. Вот ждите, это когда вместе у вас откатится. Вон убьем. Зачем фулману почти все? Ну, а тебе каплю закинуть? Да мне не надо. Добиваем.
Ну можете сейчас зачитать, вон два пала просели. Призан, ставь, я не люблю читай. Самый прикол, слышишь, смотрел вот этот подъебос с рейдом. Подъебос? Хорошо сделал. Там 2-5 напало выпало. Просто так в одно лицо закинули, хуяк и забрали. Да ебать. Да убиваем еще все эти хуйни. Там рыба самый сложный босс, блядь. Из. Я хотел сказать, манекен самый. Ну да, сидишь в носе, ковыряешь, блядь, и убиваешь его. Ну да, рыба там вообще какая-то манекенная слишком. Да, сейчас опять поднимусь. Из которого надо выловить? Угу. Да. Да, нет, там дымать это вряд ли будут, кстати, не люблю. Ты там охлади трахни, на всем попали. В каком смысле, вот тут чили. Милики, милики, блядь. Ты когда про товара делать будешь, а? Не знаю. Зачем тебе про товар? Ну как это? Т5 он нужен. Вот это кто-то неожиданно сделал. Поворот. А чё там в Т5? Там больно с волны будет вообще. Так, короче, овца кинулась под конец, баблом снимает. Угу. Баблом там? На том же звездочете нужен протовар желательно. Салария. Ну ебать, я его буду делать нахуй, ебать, я его год буду одевать нахуй. Мы правогоним. Да, по всем ссылкам я сходим. Может так уже быть, правогоним. Как сегодня целка 10, да? Пожалуйста. Ему понравилось. Да. Сходим обязательно просто. Мне хочется на 4 танков, нахуй. Мне хочется этот ревностный, нахуй. И мне вообще все похуй будет. Вот это пиздец. Ты хочешь сказать, что тебя можно будет не хилить? Тупо закинуть в час в хилобот? Сам поживешь как-нибудь. Просто за, Войда увидел ревностного и все, забил хуй на него. Там прохилится. Нет, твой ревностный выбил 3 раза уже на рогу. Да заебал нахуй, не рассказывай мне это, блядь. А что за ревностный? Объясните мне, что поедем его. Ну если... Нет, хп, когда у тебя ниже 30 проседает. Полидринка открой и тело посмотри с чаркой. Короче, имба чарка. Да. На ДД особенно, в какой-нибудь этот, как он, Ануба 25 ир. Она нужна на вот на Халионе, на Личе там. Я вчера на Анубе надел для прикола. Так-то норм работает. И для ДД тоже прикольно. Мне просто фул хп отхилило, я дальше дамажу. Чарка из Навара, типа мощным дальштом юзаешь, и тем там в течение 8 секунд 12 с лишним тысяч становится хп. Причем в дальнейшем она будет 27к резать. Угу. Ну крутая хуйня. Сейчас пока не пульте трэш, сейчас 3 шмотки раскидаю с босса. Так, кто там мало дамажит? Вары отойдите все. Вот рога бей. Ну, консилятор бей. И тультира тоже отойди. Так добью толям. Хуй прочитаешь на тут. Тилир какой-то, блядь. Да, ник такой себе. Ну да, такой бичевский. Ну потом ренейм дадут, переименуешь его нормально. Босс еще не упал, а люди уже очко получили. Угу. Лагает сервер нахуй. Причем босс еще не упал, а мне уже лут высвечивает. Волфар тебе не надо? Ты не выбираешь ничего. Так, шмот. Обратно. Сейчас подумаем. Не, оставайся. Сейчас посмотрим. Сейчас туда добежим, поглядим. 2 танка под боссом и 2 танка руки закрывать. Как обычно. Первый рейд у нас мучился, нахуй. Не было 2 танков, которые руки закрывают. Тут вроде можно оформить.
Можно. Амбили и бить его год. Мы в ДПС не упремся, кстати, да. Ну, вполне возможно, что упремся. Поэтому пусть РДД закрывают, а нас с Лингреном в ДД. Да, было бы неплохо. Все, да, я и потанчить могу. Да, какой-то танк мне нужен. Дальше Эмма будут танчить, охуенно. Может, Гламурчин потанчится. Ну, вон, Гламурчин обхила обратно. Все логично. Дальше Эмма танчит, а хилит. Пошли. Просто Близзен ему больше даст. Да, да, возможно, сейчас как-то подгадаем. Может, три печи по нахуй на приста загоним, блядь. Не надо, пожалуйста. Ну ты даешь хуйню, блядь. Мало даешь. Я знаю. Так у нас хилов нормально же. Дело-то не в хилах, дело в том, что ДПС хуёвый, надо как-то это. Там такая есть берса, ребятки. О, вон там. Там берса 10 минут. Надо уложиться. Да там даже до берсы, блядь, уже будут падать люди, нахуй, если их не захиливать. О, на продукс есть. Хукмастер. О, сейчас мы свичнем лоу ДПС аваров, нахуй. Так, подходим сюда, падаем. Где, где все? А вот и диван. Окей, давайте быстрее. Быстрее заходите и падайте. И мы реснем срезом вас. Не убегайте далеко от мобов, чтобы быстрее сдохли. Не люблю щиты, там что-то встал, блин. Нахуя, в инс не заходите никто, куда они бегут? Умирайте. Не люблю щиты, бегут мобы, нахуй. Поздравляю. А он встал, что-то залагал или что там с ним. А, вот убирай призрака. Там и на воде кони диван тоже. Все, ресы. Рисую. Так, теперь. Ну, ДКшника точно надо свичить этого. Сори, конечно, ИП получишь, но это самое. Мастера тебя берем. Не знаю, как вары сыграют. Так, вот смотри, репичип, Кирсори, давайте в этих. Кирсори хотя нормально дает. Никотис и Генбанай, у вас есть танки? Лепичип, давай в танк, я посмотрю хп твою. Гламурчин, останься в танке со мной, будешь стоять, босса танчить. Так. Нам с Лехой спекаться. Призан в этого Венха. Ниолу обратно закидываю. Да, вы в ДД. Шкаф поставьте. Надо ДПС хороший. Я Продекс, а вот кого свичнуть на Продексе? Кто у нас там самый бич? Того шамана 0.16 дает, нахуй. Его свечить смысла нет. Тогда вара какого-то, да? Кто там самый слабый, блядь? А придется этот призм, придется. Так, давай. Никотиза, наверное, свичнуть. Надо, чтобы кто-то под лицом бегал. 10 человек под лицом. Так, Никотис. Так, камни есть. Т4 есть. Никотис, ты шаришь, да, что под лицом бегать, там надо забегать на ошеломляющий удар. Шаришь эту хуйню всю? Сколько даешь ты примерно? А кого тогда свичнуть? Сука, я даже хуй знает. Отставь столик, а то покусаю. Зулнатор? Как вариант. Так, тоже не заберет, да, по ИП ничего? Да, там 400 ИП. Зунолтор, ты как, не против свичнуться? Хотя он... Ну, он 13 тысяч дамажит все-таки. Я не знаю, сколько Продекс больше даст. Или оставить. Ну, Продекс на 272 маг, по-моему, нет? Ну... Ну, если там не фул Т10, то он даст больше. Так. Ладно, ладно, посиди тогда, Продекс, так, побьем. Продукс посиди тогда, и вы все равно получите. Только не ливайте спати. Так, значит, Кирсори, давай в танка. Руки закрывать будете вдвоем. У тебя черепичип есть 4Т4? Нет. Блядь, ты как-то оформи себе 4Т4, ты хочешь ИВ на рейд будешь давать. Пытаюсь, пытаюсь, но ничего не падает. Так. Я ложь. Он собрал себе 4Т4 на фурика. Ставлю рыбу, ешьте рыбу. Так, особенность в чем? Ну, в принципе, призана можно убрать, но это надо сову ставить. Да, сову неудобно, нахуй. Если надо кого-то резать, ему надо будет с подъебала выбегать.
Так что лучше стой под ебалом. Первая, вторая пати, мы стоим с вами под ебалом. Но с пула не стоим. С пула стоят только гламурчен и воид. Вот, и это самое. Потому что с пула он обжигается и будет... А у меня есть хоть. Обжигание сразу будет это... Как оно называется, нахуй? Адский удар будет сразу. Но после адского удара вам сразу надо под ебало зайти. То есть, это... Находитесь недалеко от босса, чтобы вы под ебало успели забежать. То есть, в это... И в правой ноге босса не стойте, там рука появляется. Вот первая, вторая пати вас касается. Остальные, вот у вас два вара, они закрывают руки по КД. Кирсори, ты спекнулся в танка, нет? Ты тут? Где он там? Давай, спекайся. Нет, не спекался. Вот, два вара закрывают руки. И 8 человек остальных у вас, на вас оставшаяся одна рука, нахуй. Если вы, не дай бог, не закроете, блядь, пизда вам. Так, а чё у Кирсори? Нормальный ДД вроде. Ну, блядь, выбора нету. Я бы мог в танке также побегать, да и всё. Ладно, если он не хочет, пускай. Будет. Давай, ебаш. Запул в тебя? Я уже забыл, как бить, ты чё? Сейчас здесь когда мы. Так, сейчас пока мы с этим, с гламурченом, а остальные сзади начинаете. Вот как только я он адский... Да, как только адский он сдаст, так готовьтесь под немало забегать. Так, а ты мне скажи, мне просто Давиду там стоять? Как? Ты стоишь со мной и смотри, чтобы ты второй был по агро. Ну, то есть немножко... Пытайся. Секунд 10 я побью там и начнешь набирать. Да там не, как... агро добрать не проблема, я сейчас просто все выдумаюсь. Не, смотри, ты танкошмот не снимай. Ты танкошмот не меняй ни на что. Ты... Мы с тобой делим ошеломляющий удар. Иногда мы будем его вдвоем только делить. Ну 58 кусков, я думаю, хватит на него. Могу сопрот сожрать для бонуса. Там не сопрот, там, сопрот не там физурон идет. Ошеломляющий это физурон. Припот сожру перед пулом. 228 готов, нет? Не, ну в принципе хватит у него хп. Ну еще ревностный есть. Один. А у тебя нет. А мне похуй. Я жирный. 228, ты где, блядь? Пиздец. Вот освободился. Ты тут, 228? Пикни пока, 8-го пати. Алло, блядь. Ну так а чё ты там так долго? Проверка. Какой курил? Курите в комнате, блядь. Войт разрешает. Да. Да. Мамка если скажет, скажи, Войт разрешим. Это самое, даю отчёт. Уже такое было, да? Ко мне подойди, в звездочку, Гламурчен. Так, сейчас будет адский. Все, подъебало, забегаем, забегаем быстрее. Не дай бог, кто не забежит, блядь. 9, нахуй, мудаки, сука. Почему 9, блядь? Уёбки. 10 человек, первая, вторая пати, блядь. Блядь, как вы бесите, нахуй. 10 человек на ошеломляющем должны быть под ебалом. Не дай бог, сейчас опять будет 9. Вот, 11, нахуй. Не ебланьте, нахуй. Кто там первая, вторая пати, блядь? Поэтому так, пилот, все, за спину полу. Уходим. Уходим за спину. Кроме кружка. Да, ты кружок со мной всегда закрой. Стоишь. Я закрою дальний, закрою дальний. Так, адский. Все, подъебало, быстрее вернулись. Вернулись, вернулись, быстрее на каст. 9, нахуй. Вы дебилы совсем или что, нахуй? Или как вы, калеки ебучие, не можете забежать, нахуй? Как вы заебали, нахуй? Какой мудак не забегает, нахуй? Никотис, Гринбалан, Варфар, блядь. Хукмастер, нахуй. Кто с вас не забегает, блядь? Вы меня бесите уже, нахуй. Сзади еще не закройте, пожалуйста. Я не могу закрыть, кто-то сделает. Не закрыли руки. Дебилы, блять. Под ногами босса руки не закрыли. Падаем. Там можно падать.
там и сзади не закрыли. Блять, вы совсем уёбки, что ли, или чё, нахуй? Ебать, я не могу понять. Два танка, как вы можете руки не закрыть, нахуй? А там под, да, нога... под ногами, нахуй. Сейчас, нахуй, я под ноги поставлю три человека, нахуй. Руанти, Руанти и два Элима, нахуй. Руанти и два Элима, нахуй. Будете стоять возле правой ноги босса, нахуй. Закрывать конкретно там руку, нахуй. Вот сейчас ее никто не закрыл. Все РДД перед вашим ебалом, блять, она взорвалась. Первая, вторая пати, еще раз, нахуй, объясню. Какой из вас, мудаков, два раза подряд не забегал, нахуй? Сука, бичи, блядь. Я еще раз объясню. Надо, чтобы находилось на ошеломляющем ударе 10 человек. Если нет 10, нахуй, он кастует сразу адский, нахуй. Вы хотите вайпаться здесь, как дауны какие-то? Тут пуги, сука, 245-е закрывают, нахуй. Все с первого трая, блядь. Потому что, сука, все делают. И руки закрывают, нахуй. И подъебало нормально забегают. Какой из вас мудаков? Ну, я не знаю, как кто, нахуй. В принципе, если я по видео посмотрю, будет видно там, кто урон не получил, нахуй. Сука, блядь, мне кажется, это какой-то из варов, нахуй. Никотис, гринбалан, у вас все нормально, нахуй. Сейчас я поуру. Не, застав... это, не заставляйте смотреть, нахуй. Да кахули чек. Если ты получил урон, значит ты забежал. Если ты не получил, значит ты, сука, не забежал. Не добежал, какую-то хуйню сделал. Короче, ясно, нахуй. Смотрим второй раз. Я ебал всю эту хуйню. Не пишите мне ничего. Не, это. Сейчас посмотрим, как второй раз будет, нахуй. Вары, которые руки закрывают, вы чуть назад отойдите, пожалуйста, вы не будете успевать добегать. Не стойте в пачке с РДД, пожалуйста. Жрите быстрее рыбу. Ману, резайте. Да какой смотрите видос? Зачем, пожалуйста, мы тут будем до завтра сидеть. Ладно, надо прочитать, да, что там пишут? Ну, чекни, давай смотри. Не надо, давай читать сразу. Давайте после рейда, посмотрим все видосы, все там заделаем. Ну, я серьезно. Стоял, сандары стакайте, варчики, ДПС больше он будет. РЛ, он может попиздеть, блядь. Забудьте, пожалуйста. Просто сделайте, что просит, и все. Я не понимаю, ты, почему вот это в чат сейчас пишешь? Тебе что надо, Никотис? Ты не забежал или не ты? Я не знаю просто, кто не забежал. Стоять это одно, в смысле высираешь? Ты не попутал ничего, я сказал, кто-то с варов, я думаю, не забежал. Ты перепутал что-то или что? Почему ты пишешь, что я что-то высираю, блядь? Ну, схуя ли я высираю? Тебе конкретно я сказал, что ли, или что? Или ты, ну, ты попутал, наверное? Ребята, у нас все разногласия после РТ. Так что все... Короче, вар, нахуй, блядь, завязывай эту хуйню, вот эту риторику свою, блядь. Играй, как играешь, блядь. Ну, если я увижу, что это ты, блядь, значит, ты получишь ГП, блядь. Сейчас я не знаю, кто... Короче, блядь, я тебе говорю, завязывай, нахуй. Ну, у меня терпение не безграничное, блядь. Нахуя, не нахуя. Короче, еще какая-то писанина, блядь. Я это самое, за себя не отвечаю, блядь. Я ебал, блядь. Ты еще ГП, да? Да какой ГП, блядь? Тебе весело, Вар, или чё? Давайте, даю отчёт. Кто людей левее, пожалуйста. Забегаем. Вот 10, нормально. Справа руки далеко. Так,
уходите за спину. Все, возвращайтесь. Под ногой закройте. Так, убегайте за спину. Надо было этот ошеломляющий стоять еще, правда? Все, теперь возвращайтесь. Старайтесь побольше ДПС выдавать. Посмотрим, как по таймингам. Следующее, наверное, ждать еще. Еще стоим. Под ногой руки. Сейчас третий стоим. Удар. Бедон, слышишь, отдай тотем на ману. Я отдаю гим. После, вот после этого удара уходим за спину. Ходим за спину. Так, сейчас хопер дай. Давай массакру. Четыре человека не забежали. Я отвернул босса. Спасибо, блядь, четыре мудака. Сейчас должно 10 человек под боссом находиться. 9 человек, нахуй. Уёбки тупые, блядь. Вот кто не забегает, ты просто даун ебаный, блядь. Как не понять, блядь, объясняешь, нахуй. Ну первая, вторая пати. Вот сейчас должны под ебалом находиться. Сейчас настакается огненный урон, нахуй. Будем веселиться, блядь. Уходите за спину. Так, сейчас будет адский. Возвращайтесь под ебало быстрее. На этот удар должны 10 человек под ебалом быть. 10, нормально. Так, этот и еще один. Так, этот стоим. Так, ладно, стоим. Инова, дай, пожалуйста, гимн на ману. Все, идите за спину. За спину. Вархель, готовь на этот после этого адского массакру. Ага, ошеломляющий. Тогда я низыбку сейчас дам. И массакру добавляй. Все, вернулись опять. Вернулись опять. Все 10 человек. И ждем ошеломляющий. Сейчас добьем уже нормально. Так, один, два. Восемь стаков, что там? 80% урона тут, да? Ну, еще гимны на хп есть. Давайте еще один стоим. А будет он сейчас, нет? А вот будет. После него сразу убегайте. Массакру хопер дай. Блять, ебаный в рот. Добиваем лям. Пиздец, он адски быстро после ошеломляющего кастует. Когда сотка. Так, две печати.
Если я, блядь, если я не знаю, кто закосячил, я, ну, я обобщаю, блядь, так-то не говорю, блядь, что кто конкретно, ну, блядь, тот, кто не забежал, он знает, нахуй. Когда он не забежал, все это вы видите, знаете, блядь. Лучше с первого трая убить, чем, блядь, сидеть тут 2 часа, нахуй. Сейчас по времени мы нормально успеваем, хотя нет, хуево, сбор был долгий. Хотя не, мы вчера ж... 21-21 нормально. Да, да. Ой, это по-моему. Мы, ну, по-моему, тоже так же. Так. ТТГ надо кому-то слот уступить? Сейчас посмотрим. С ТТГ надо, чтобы тоже пачка осилила. Гранатовый пояс. Так, сюда на распыл. Так, что даже нихуя. А вот это багруха кому надо выпала. Кто там говорил, багруху хочете? Это вот. Мини-багруха. Дай багруху распылю. Так, ну сотку жмут Зумнадлтор. У него там... У него вообще параша какая-то. И этот... Шаман, у тебя совсем 0 ИП. Только считай, ну, за это трейд получишь. Ну, лок тогда получит. Тут можно портал. Тут 260 шмот, 100 гп всего. Леху поставлю. Так, это вары надо кому-то на танка? А вон Кирсори. А. Так, летим в ТТГ. Поставил портал. Ну, отойди. Ой, себе паладин, нахуй. Мощный. Порталы умеет ставить. Что, все? Больше никто прыгать не будет? Никотис, ты, ну, все это самое. Вливаешь с гильдии, да? Он знал, что тут ЕПГП. Он знал или не знал? Смотри видос. Ты какой-то странный тип. Ты меня напрягаешь. Мне кажется, ты какой-то тип, который тут уже был. Тебя кикать или не что? Он. Тебя кикать? Почему ты с рейда уходишь? Он просит заменить. Ну да, после того, как он спросил, почему он лут не видит. Так тут никто не ролит. Тут и ПГП лутмастер аддон стоит. Там показывается по списку, у кого выше приор. Или ты этого не понимаешь? Или ты по такой системе не играл? Ну так надо просто спросить, что за система. Ты, если ты пришел в гильдию, у тебя сначала 0 ИП. Если ты неделю проходишь, получаешь 4000 ИП стартовых. Вот. Ходишь по рейды, получаешь ИП. Открываешь таблицу. Вот, я открыл таблицу и ПГП. Там вон у людей 30 тысяч, 20 тысяч, 10, 14 тысяч ИП. И ГП. Несгораемая сумма ГП 250. Она не сгорает. Каждую неделю в среду сбрасывается минус 25% ИП и ГП. То есть, ну, удаляется. ИП, деленное на ГП, это твой приоритет. Чем больше эта цифра, тем, ну, тем первее ты на шмот. Если у тебя самая большая приор, ты забираешь шмотку. Если маленькая, ты нихуя не забираешь. Ты только вступил, у тебя 0 ИП. Вот сейчас за этот рейд мы получаем, вот смотри. Сейчас в чате будет сообщение. Вот 1200 ИП. Мы получили за рейд. Вот теперь у тебя приор 4,8. Вот 250 деленное на 1200, 4,8. Вот. И так ты будешь ходить в рейды, ну, у тебя будет этот приор расти. Будет поставь, пожалуйста, кажется, на себя пока что этот развал шмота. Понял смысл? Блядь, сейчас. Костян, прикинь, это ты, да, Войд, как дела? Ну. Я тебя на пятихатку наколол. Так у тебя...